играет роль. Знать и любить свой родной край. Под таким девизом для учеников восьмых классов вот уже в пятый раз Щелковский историко-краеведческий музей проводит ежегодный конкурс юных краеведов. В малом зале районного культурного комплекса собрались команды из 13 школ района. Уже к началу конкурса ребята получили предварительные оценки за подготовленные работы. В число финалистов сразу же попали команды Щелковского лицея и школ номер 2 и 4. Девять баллов и второе место. Третье место у школы номер 2. У нее также 9 баллов. В первом туре на конкурсе предлагалось рассказать все, что ребята знают об одной из улиц города Щелково. И рассказать сразу, почти без подготовки, после короткого обмена мнениями всего за 30 секунд. Результаты разнились. Кто-то просто, что называется, стушевался и не сказал ничего. Но у большинства восьмиклассников это задание не вызвало больших затруднений. Команде из второй школы выпал первый советский переулок. Сегодня я хотел бы вам рассказать про одну из интересных улиц нашего города Щелково. Эта улица начинается от площади Ленина и заканчивается дорогой на Соболевку. На этой улице расположена художественная галерея, центр занятости щелковского населения, политехнический техникум с двумя мемориальными досками. Конечно, на конкурсе важны были и знания, и подготовка, но не менее значимыми всегда остаются чувства уверенности, способность дискутировать, находя порой неожиданные аргументы и даже шутить. Пролетарский проспект назван в честь самого движения пролетариата. Сама же улица тянется с юго-востока на... юго-запада на восток, что с точки зрения географии немножко неправильно, но в том числе она так и тянется. Такие конкурсы, безусловно, развивают в наших юных жителях интерес к своей малой родине, краеведение. Это ведь не просто знание, это еще и осознание важности заботы о своем доме, дворе, улице, наконец, о людях, которые живут рядом. Краеведение лично для меня это история, это... память о том, что было, а память о предках, о своих родственниках, потому что наши прабабушки, прадедушки, они занимались очень серьезными вещами в то время, то есть это плотники, кузнецы, на фабриках различных работали наши прабабушки. Вот, это первая очередь память. Поддержал мероприятие краеведческого музея депутат Совета депутатов городского поселения Щелково Алексей Яковлев, обеспечив часть финансирования. Это позволило наградить призами победителей, а ими стали, как и ожидалось, команды Щелковского лицея, а также 2-й и 4-й школ. Андрей Цеханович, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».